что это точно вы, наверняка. То есть получается где-то три туалета. Как квартиру перевели, как бы все так и осталось. Да, сказали, чтобы снова расселять, надо снова людей заселить. Клопи, это все тут навалом, навалом. Вот постоянно я это мою, постоянно я это убираю, травлю, чтобы их не было, чтобы как нас вообще не закрываются. И за то, что они не закрываются, заходят сюда все, кому не лень. И тут и ребята бывают, то кухни, то ванна, то курят, то пьют. Ну, ужасное состояние здесь бывает. Это я их выгоняю, я их не пускаю. Вот, я же не могу все время за ними следить. 12 году было, наверное, 36 семей. Осталось сейчас, может, условия, как поставили на аварийность, так и стоит. Обещали в 2013-2014 году расселить их, давали нам жилье в Красносельском районе.